Приветствую вас, поскольку вам уже написали здесь и про депрессию, и про бесплатные телефоны доверия, то я вам на самом деле дам такую рекомендацию немножко с другой точки зрения. Вот вы говорите о том, что вам 20 лет, и что вы поняли, что поторопились с ребенком, поторопились с браком. Наверное, я думаю, что это одна из как бы основных таких ваших причин, по которым вы вот, собственно, сомневаетесь в себе в данный момент времени. Так вот. А кем вы были, давайте подумаем, кем вы были, когда, начинали, собственно говоря, вести себя, как жена, да, как мать и так далее. Кем вы были? А догадаться, наверное, несложно, потому что, в этом действительно нет ничего сложного, на мой взгляд, в этом действительно нет ничего сложного, и в этом нет ничего аномального, кстати говоря. Так вот, вы были кем? Вы были матерью. Вы были матерью, и будучи матерью, а также будучи женой, вы не смогли, условно говоря, реализовать себя так, как вы того хотели. То есть, желание-то было, а потребность, в принципе, была тоже. Но вот возможности, к сожалению, подкачали. Не получилось у вас реализовать себя так, как вы того хотите. И теперь вам нужно понять, что необходимо учиться жить заново. Необходимо учиться жить так, на самом-то деле, а как вы до этого не жили? То есть, и личностью оставаться, которую вы забыли за отношениями с мужем и, собственно, ребенком. И матерью при этом тоже оставаться. Понимаете, если вы не будете этого делать сами, то тогда на самом деле никто счастлив не будет. Ни вы, ни ребенок, ни ваш, ни настоящий, ни будущий мужчина. То есть вот нужно по возможности четко отдавать себе отчет в том, собственно говоря, чего вы хотите для себя сами. Чего вы сами для себя хотите. И об этом забывать нельзя. Никак. А вы, у меня складывается такое ощущение, что вы забыли об этом, и отсюда ваши проблемы, отсюда ваши все вот эти вот метания. Ну и разводитесь вы с ребенком, уходите вы с ребенком от мужа, разводитесь вы с ребенком со своим мужчиной. Это начало новой жизни. Это новые возможности для вас, и это счастье для ребенка. Конечно, вам будет поначалу трудно. Я бы сказал, что справиться вам будет тяжело.
Но простите, то, что вам будет тяжело справиться, это конечно. Справиться вам будет тяжело, да. Тяжело вам будет справляться с этим. Согласен. Но это новые возможности для вас. Поэтому я рекомендую их не упускать. А используя их, просто-напросто пытаться использовать то, что у вас есть. А если у вас немало силы, если у вас энергия, если у вас молодость и так далее, есть ваше желание. А я думаю, что родители, ваши родные, вполне способны вам помочь, на самом деле. И вот сложно убедить меня будет в обратном. Ну, могут вам помочь ваши родные, могут. То есть здесь я хотел бы вам сказать, чтобы вы мыслили в сторону своих интересов, ценностей, смотрели на перспективы и, самое главное, понимали, что жить только для ребенка это плохо, и жить только для себя это тоже плохо. Но если вы не будете жить для себя, то и для ребенка вы жить не сможете. Это значит, что если вы пишете, то я не могу отдать ребенка в детдом, это достойно. Это достойная позиция. Вы молодец. Но разве не еще хуже ребенку вы делаете, когда пишете, что у вас мысли о суициде? Полагаю, что вы поступаете именно так. Еще хуже по отношению к ребенку. И тогда, если ребенок от вас зависит, если вы чувствуете ответственность за ребенка, то ради него, хотя бы ради него, действуйте в сторону своих интересов. Действуйте в сторону ваших интересов, ваших желаний и так далее. И вот в этом ключе вам и нужно двигаться. Я мог бы вам помочь, если вы хотите. Я мог бы вам оказать содействие именно в этом аспекте. В том, чтобы вы научились действовать для себя, чтобы вы поднялись выше своей социальной роли. Но для этого нужно ваше желание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.